Россия, вы слышали, что вы убили 23-дневную девочку сегодня с мамой, с папой и с братиком 12-летним? 23 дня. Вы говорите, что, наверное, сказали бы сейчас мне про детей Донбасса. Это что, как бы закидывать нужно смертями новых детей, что ли? Я не поняла. Какая мать, потеряв ребенка, скажет, давайте еще убьем детей? Неужели вы, россиянки, лично подошли бы, убили эту 23-дневную девочку? Вы рожали? Вы помните этих детей? Вы помните это чудо, которое не ходит, не разговаривает, вроде еще и не знает ничего о жизни, но ты ее любишь безумно? 23 дня она прожила. Она была зачата во время войны, рождена во время войны. И начала любить маму во время войны. Вы представляете ужасную смерть? Ту смерть, которую вы не пожелаете ни маме, ни папе, ни брату, никому. Даже собаке. И вы убили ее. 23 дня. У нее осталось имя, фамилия. А что можно об этой девочке сказать? Она стала кто, кем? Пианисткой, танцовщицей, художницей. Мы же никогда больше не узнаем. Все почему? Потому что... Ну почему, россияне? Вы хотите больше детей убивать? А сколько больше? Сколько больше детей вам нужно убить за то, что вы считаете, были убиты дети на Донбассе? А вы не считаете, что если Путина вообще не было, просто один мазок по скатерти, и не было бы Путина? Как вы думаете, где бы учились все эти дети? Напишите, россиянки. Вы бы убили эту девочку 23-дневную? Потому что ваш мужик это сделал.